Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу про свою пятую посылочку, которая пришла недавно. Заказывала ее товары больше под заказ, то есть по просьбе клиентов. Эти клейка. Два вида. Хочу клеить на баночки для шампуня и подписывать. Люфа натуральная, 20 сантиметров. Вот такие баночки для шампуня или кондиционера. Баночка Флип на 100 миллилитров для жидкого шампуня. 11 штучек у меня тут. Дальше формочка для мыла елочка. Новогодняя. Будет нарядная. Это красивые визитки, ручная работа. Такого вида. Дальше. Здесь еще у меня маска для волос. Основа, то есть маски для волос. Две штучки. Потом идет килограмм мыльной основы с маслом ши. Англия. Уже не первый раз ее беру. Дальше идут мои компоненты. Сама жидкая основа, Англия, 100 миллилитров. Таких я заказала 5 штук, по-моему. Да. Так. Это 4 и 5. Дальше тут у меня плацентарная сыворотка для укрепления волос. Производитель Германия. Буду добавлять и в шампунь, и в маску для волос. Дальше. Восстанавливающая маска для волос с кератином. Тоже очень полезная. И зеленый перламутровый пигмент жидкий. Хочу добавлять в мыло. Форма елочка новогодняя. Такой красивый цвет перламутровый. Вот и все, моя посылочка распакована. Делала уже жидкий шампунь. Клиенткам очень понравилось. Не требует кондиционера после шампуня. Применение кондиционера не требует. Добавляла в шампунь еще некоторые витамины, которые укрепляют волосы и препятствуют выпадению волос. Вот еще хочу сделать тоже с витаминами, но с добавлением сыворотки и восстанавливающей маски, чтобы было еще лучший эффект для моих покупателей. Всем спасибо, всем пока. Покупайте продукцию из магазина Мыло Опт.